Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Вы на моем канале и добро пожаловать! Меня зовут Светлана Соколова. Предлагаю выполнить эффекты на ноготочках, а также украсить их дизайнами. Дизайны могут быть на ваше усмотрение, но эффекты я вам покажу. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, поехали! Возьму черный цвет гель-лака от Патриссинел номер 301. Гель-лак достаточно пигментированный, поэтому я нанесу его в один средний слой. Отправлю лампу на просушку. Очень красивая голографическая фольга. На липкий слой гель-лака отпечатаю фольгу. У меня витражный гель-лак номер S6. Это цвет индиго или электрик. Перекрою тонко-тонко. Нет, ну конечно, можно было оставить мультифольгу в таком цвете, но мне захотелось именно так. В таком виде у дизайна появляется глубина, и хочется ее рассматривать, и непонятно, как это сделано. Отправлю в лампу. Перекрою дизайн силикон топом, этот финиш предохранит дизайн от выгорания, от вымывания цвета. Этот дизайн можно носить как самостоятельное покрытие, а можно использовать как основу под дизайн. Можно нарисовать линии, можно обвести контур переводной фольги, можно добавить кружево. Можно добавить стемпинг, все что хотите. Этот цвет сам по себе красивый, номер V4. Такое чувство, что здесь уже есть витраж. Но давайте посмотрим другой эффект. Я нанесу в один средний слой, потому что второй слой это уже будет излишество и роскошество. Хватит одного. Отправлю в лампу. Есть у меня вот такой красивый микроблеск, мелкие блестки. Сейчас я сделаю растяжку. Кисть беру, какую-то беру кисть. И на липкий слой гель-лака нанесу в район кутикулы серебряные мерцающие блесточки. Снова все перекрываю витражным гель-лаком. Такой получается плавный переход. И отправляю в лампу. Теперь нужно перекрыть все финишем. Отправляю в лампу. Для этого эффекта мне снова потребуется 301 цвет черный. Можно использовать любой другой цвет, но на черном он будет смотреться куда эффектнее. Отправляю в лампу. Два пигмента от Patriessenail E3 и E2. На первый взгляд они одинаковые, но если присмотреться, один переливается голубым, другой переливается розовым цветом. Финишем я не перекрывала. И прямо по липкому слою буду наносить всякие такие вот пятнышки. Можно еще секунд 30 просушить в лампе. Слегка смахну пигмент, чтобы он не попал в пузырек с финишем. И перекрываю финишем. Отправлю в лампу. Этот ноготок я также перекрою черным. И отправляю в лампу. Для этого дизайна мне понадобится стемпинг. Я его отпечатываю на остаточную липкость. И теперь вобью пигмент. Удалю излишки пигмента кисточкой, чтобы во флакончик с топом ничего не попало. И перекрываю финишем. Отправлю в лампу. Следующий цвет гель-лака 401. Вот точно такой, как вы его видите на экране, точно такой он в жизни. Ярко-красный. Этот лак плотный и густой, и достаточно перекрыть в один средний слой. Отправлю в лампу.
к этому красному подойдет золотой S10. Красота неземная. Ну а здесь все просто. Нанесу немножечко возле кутикулы и распределю вот таким образом и сделаю растяжечку цвета. Отправлю в лампу, перекрываю финишем. Эффекты, которые я вам сейчас показала, можно использовать самостоятельно как покрытие, а можно использовать как основу под дизайны. Дизайны эти выполнить очень просто. Это стемпинг плюс подрисовочки, дорисовочки и небольшие аксессуары для дизайна ногтей. Вот и все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Если вам понравился мастер-класс, то не забудьте, пожалуйста, поставить пальчик вверх. И подписывайтесь на мой видеоканал, если вы еще не подписаны. А мы увидимся с вами скоро в новых видео. Пока-пока!